Центральная набережная Ялты – место, где рождаются и умирают романы, место, куда десятки тысяч отдыхающих ежегодно приезжают для того, чтобы покушать шаурму, посмотреть на море, позагорать, под этим солнцем показать себя и посмотреть на других. Место, которое за 30 лет, когда я был здесь последний раз, стало только лучше, ярче и наряднее. И, честно говоря, мне очень приятно от того, что для того, чтобы попасть сюда, теперь не нужно пачкать свой паспорт лишними печатями. Отдыхайте в Ялте, она наша. А еще по обе стороны от центральной набережной Ялты располагаются всевозможные санатории, пансионаты и дома отдыха. А отдыхающие здесь могут проводить круглосуточно, все время, потому что здесь есть что и поесть, есть где искупаться, есть прикупить себе что-нибудь в подарок родным и близким, ну а потом к себе домой для того, чтобы быстренько поспать и вновь сюда вернуться. Днем можно ходить, как говорится, загорать, наслаждаться солнцем, а вечером здесь, ну, люди отдыхают, музыка живая через каждых 200 метров. Даже танцуют люди, вальс танцуют, музыка играет, красиво. А еще здорово, что ялтинцам удалось сохранить свою первобытную архитектуру. Здесь, в центре, по крайней мере, практически нет новостроек. И это здорово, это определяет исключительный дух этого курортного города. Недаром, если поменять вывески, ялтинские маленькие улочки можно выдавать за декорации любой другой страны, которая находится возле моря. Мой вам совет, приезжайте в Ялту в закрытие сезона, в бархатный сезон. Почему? Потому что здесь огромные скидки в магазинах, и поэтому Ялту можно рассматривать как город, в котором можно сделать неплохой шопинг. В этот город просто невозможно не влюбиться. Тенистые аллеи, вывешенное на балконах белье. И приезжая сюда, вы точно можете быть уверены, без жилья вы не останетесь. Город-курорт. Яркий, приветливый. Море, солнце. Все классно. Люди очень гостеприимные, очень позитивные. Когда видят, что мы автопробегом в Сибири, все рады обогреть нас, приласкать. Люди очень приветливы. И насколько вот сейчас ощущается, люди очень довольны вот этой ситуацией, что они живут теперь в России. Я думаю, что все только впереди, потому что на данный момент пока вроде процветает только Ялта. Но я думаю, что все будет развиваться и в лучшую сторону, потому что народу интересно, народу охота отдыхать. То есть. Тем более основная часть России – это все-таки зона умеренного климата. И у нас одно только теплое море. Поэтому за Крымом будущее. Я предлагаю в этом месте загадать желание. И для того, чтобы не тратить монетки, потому что мы все-таки на отдыхе, и здесь денежки пригодятся, чтобы не бросать их лишний раз в море, давайте загадаем то желание, о котором я сейчас думаю. Переехать в Ялту! Приезжать сюда отдыхать, наверное, так лучше. Хотя бы раз в три года. Работать лучше у нас. Здесь надо жить. Сюда. Загадываем? Здесь надо отдыхать. Мы вместе с вами увидим лагерь по всей его красе с моря. Вид это что-то здесь очень красивый. Ну, скажем, мечта сбылась. Над морем, морем черным, артековский салют. Партнеры проекта. Компания Arctic Trax Россия. Расширяй свои границы. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей.